Всем привет, друзья! Вы на канале Эксперовид. Меня зовут Виталий, и я продолжаю играть Identity 5. И сегодня, ребят, я наконец-то вам хочу показать геймплей за данного персонажа, которого ведут скоро на китайский сервак, уже 18 октября, через пару дней, проницателя или же пророка, кто его как называет. Ну, посмотрим, как его назовут у нас. Единственное, что мы знаем, что его зовут Элай Кларк. Кстати, этот скин, который вы сейчас видите, он довольно-таки, мне кажется, крутым. Вот эти его оперения, да, именно как раз подходит под тематику его совы, которая, кстати, здесь сова на этой картинке, ну, отчетливее как-то видно, ее можно реально круто рассмотреть. И, кстати, ребят, если вы не знаете, что делает данный персонаж, то обзор на его умения, его навыки вы сможете посмотреть чуть-чуть ниже, я обязательно оставлю ссылочку в описании. Ну а теперь, ребят, давайте перейдем к геймплею, он будет небольшой и немножко, как по мне, показалось такой вот неумелый, но это то, что я достал, это видео из закрытых тестов по данному персонажу, поэтому приятного всем просмотра. Итак, ребят, вот начинается уже геймплей. Это такое, знаете, немножко первое короткое видео, не совсем за него качественно. Здесь ничего особого нам не показывает, просто как он перелазит через паретки. Плюс к этому всему мы можем увидеть его, да, вот как внешний вид, который будет у нас происходить во время игры. Но скины, естественно, будут меняться. Видели мы и с оперениями, и плюс, наверное, будет какой-то он чисто белый. По-любому наши разработчики такое сделают. Видим, что сидит у него сова, и сейчас, в данный момент, он сделает себе защиту. Защиту, ребят, да. И вот в такой момент, видите, когда сова вот это сияет, получается, что если маньяк его ударит, то сработает умение совы, и вы, ну, маньяк не нанесет вам ни единого урона. То же самое мы можем проделывать и с выжившими, найдя их, просто поставить над ними щит, и маньяк, когда догонит, ударит, и урон тоже выжившему не нанесется. Вот мы видим, что он запустил уже сову, и сейчас, кстати, видите, две совы летают. Дело в том, что здесь играет сейчас 4 прорицателя. Как только сова находит тиммейта, то мы видим, что появляется вот это вот перо напротив выжившего, которого нашла сова. Вот видите, уже двоих нашла. Так, получается, наш данный персонаж бежит, чтобы декодить машинку. Блин, ну, знаете, ну мне нравится. Вот нравится, не знаю почему. Мне кажется, это будет имбовый персонаж, потому что он может... Ну, не знаю, как по мне, это мансер, ребят. Мансер и защитник. Единственное, что данный игрок, который играет за этого персонажа, он, ну, наверное, не совсем еще умеет играть за данного персонажа, поэтому вы сами все увидите, почему. Вот сейчас его, получается, находит наш маньяк. Сейчас он уже подойдет, мы видим, что сердце уже сильно довольно-таки бьется. Вот это у нас Джокер, ребят. Так, вот видите, сова сидит, и сейчас он захочет включить свое умение. Но, а нет, он не захочет, он не успеет это сделать, да, вот видите. И поэтому Джек его просто сразу же делает ему террор-шок. Кстати, мы видели второй сейчас прорицатель, там рядом бегает, и он попробует его сейчас, наверное, скорее всего, спасти. Так, ну понятное дело, что он его посадит, потому что спасти тут некому. Кстати, вот мне интересно еще одно. Вот этот его сова, это, скорее всего, будет его настолько же внедренный, наверное, предмет, скажем так, да, как, наверное, и трость у нашей слепой девочки, и также как и лассо у нашего ковбоя, который поменять просто-напросто нельзя. Так, ну мы видим, что у нас это кемпер, и вон, видим, прорицатель пытается сейчас спасти, ну, подлавливаю такой момент. Но есть одно но, ребят, тут можно не бояться, вы можете наложить на себя умение совы, чтобы вам урон не был засчитан. И тогда мы можем смело, в принципе, подбегать и спасать нашего тиммейта. И не бояться, главное правильно все сделать, потому что данный персонаж, за которого сейчас вот вы видите геймплей, он не совсем умеет это делать. Вот, смотрите, ребят, видите, сияло, это вот, вот, это умение совы. То есть маньяк его не ударит. Ну, наш почему-то остановился, он думал, может быстро сам это все сделать и заснять, я не знаю, почему он сделал такую ошибку, но... Эта ошибка, вот как ему поплатилась, его просто-напросто обратно посадили на стул, и он теперь улетает. Вот такие вот дела. Просто он сейчас тупанул, ему надо было бежать, и закинуть палетку, и дальше, наверное, бежать и декодить машинки. Так, сейчас нам покажет того, который нас спас. Вот, ребят, вот мы его видим, он более опытный в этом деле, видим, что он умеет пользоваться совой, но все равно не вовремя. Дело в том, что сова тоже не вечна, и мы не можем постоянно каждую секунду брать и... ставить на себя щит или щит на других персонажей. Так, Джек. Но Джек, мне кажется, его сейчас все-таки догонит. Да, не, ну все-таки можно, можно, ребят. Если хорошо пользоваться, да, данным персонажем, это особенно мансером, это просто, я не знаю, ребят, это просто имба. Это реально мощный выживший, просто нереально мощный.
Просто надо научиться реально нормально за него играть. Тогда, в то время, пока если вы просто мансуете за данного персонажа, ребят, вы просто можете легко, не знаю, от него бегать до того времени, пока мисс другие тиммейты не возьмут и не починят все машинки. Вот такие вот дела, ребят. Не знаю, как по мне, мне этот персонаж очень нравится. Но вы смотрите сами, я его обязательно приобрету. Просто надо научиться им играть. Вот и все. Ну, вы были на канале Экспировид. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу ВК. Ссылочка будет в описании. Ставьте лайки. Будет больше, будет лучше. Пока.